Елена из Красноярска спрашивает: у меня арестовали счет, на который поступают алименты на детей. Приставы говорят, что они арест не снимают, все делает банк. В банке требуют постановления о снятии ареста. Что мне делать? Средства, которые идут на содержание детей, алименты тем самым, они не подлежат аресту, они не подлежат списанию в счет погашения задолженности, потому что в первую очередь они предназначаются ребенку. Обращайтесь к начальнику отдела судебных приставов с просьбой снять арест с указанного счета, поскольку на него поступают только алименты на содержание ребенка. И пристав в этом случае обязан освободить счет от ареста. Требовать с банка снятия ареста со счета невозможно, потому что банк исполняет решение судебного пристава. И поэтому спорить с банком здесь никакого смысла нет. Вам нужно разбираться с приставом. Если начальник отдела вам не помог, в этом случае вам необходимо обратиться выше, то есть в Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю с жалобой. Людмила из Енисейска беспокоится. Невестка умерла, сын в тюрьме. Я опекун внучки. Органы опеки настаивают на том, чтобы я подала на сына на алименты. Это действительно должна сделать я или органы опеки? Не хочу портить с сыном отношения. Основной задачей органа опеки и попечительства является, помимо прочего, это защита прав и законных интересов опекаемых граждан и надзор за опекунами. Опекун, в свою очередь, обязан обеспечивать достойный уровень жизни своего опекаемого лица. Орган опеки вправе обязать опекуна устранить определенные нарушения в образе жизни опекаемого. Возможно, у органа опеки возникли сомнения в возможностях бабушки обеспечить внучке достойный уровень жизни. И орган опеки, в свою очередь, реализует свое право обязать опекуна устранить эти причины. Самостоятельно орган опеки не может обратиться в суд за взысканием алиментов. Это может сделать только действующий опекун.